Привет. На Синьку подсел? Ага. Итак, вот готовим картофель, свежий картофель в мангале. Разогреваем дрова, уголь. Получаем, то есть уголь, да? В это время картофель моем. В данном случае мы его морем. Море помыли и завернули в фольгу. Смотрите, вот этот картофель кладется в уголь, а сверху можно жарить колбаски либо сосиски, кому что нужно, либо по очереди, как вам угодно. Сейчас мы таким образом и поступим. Так, вот мы расчистили место в мангале. Это можно делать в костре. В данном случае костры разжигать у моря можно только в мангале. Мы за безопасность. И эту картошку прямо в мундире, на свежее, вкладываем углями. Вот, смотрите, на все про все 10 минут. Колбаски сверху, параллельно картошечка, и вот вам обед за 10 минут готов. Вот в таком живописном месте. Ну вот, собственно, таким образом, смотрите, какая аппетитная картошечка получается, да, свеженькая. Вот, да, также ее прямо кушать, прямо из фольги. И сосисочки на хлебушек, либо на лавашке. Под зелень, огурчики, помидорчики. Отличная закуска. Особенно, когда вот такой вид перед вами. Сидишь, наслаждаешься. Шикарно. Даже такие соусы, майонеза не нужны. Это все приправлено другим, так сказать, соусом. Ну, за вас!